Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Видеобомба и я Fuck Your Game. Прежде чем начать показывать вам видео, сделаю маленькое предисловие. Было много критики и вопросов и недовольства, почему мы пошли играть в Lineage 2 Classic. Все очень просто, друзья. Во-первых, Lineage 2 Classic — это ностальгия нашей молодости, ребята. А во-вторых, майловцы оставили новости на своих порталах, что будут объединяться сервера и аукционы. И как раз все отлично нам совпало. Пока шло объединение серверов и аукционов, мы немножечко погоняли с ребятами в Lineage 2 Classic. На сегодняшний день мы полностью всей бандой вернулись в Arcage, так что всех приветствую вас снова в Arcage и смотрите, пожалуйста, мой канал. Ну что ж, а сейчас перейдем к сути. Суть этого видео, ребята, заключается в том, как изменилась торговля Акиумом после объединения серверов и аукционов. Уже прошло приблизительно больше недели после объединения серверов и аукционов, и цены уже как-то более или менее устаканились. Ну что ж, дорогие друзья, не буду затягивать тему о Акиуме и акиумных деревьях. Оратор у нас сегодня Серега, человек из моей тимы. И сейчас он вам поведает, как изменился курс Акиума после объединений. Поехали! Так, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами о способе моем заработке в игре под названием Arcage. Игра на сервере Never. В общем, суть затеи очень простая. Я посадил акиумные деревья. У меня вот два пугала. На одном 9 и на втором, по-моему, 24. В общей сумме, короче, у меня получается 34 пугала. О, 34 дерева. С 34 деревьев у меня, я вот только что их собрал, у меня получилось, сейчас скажу, 334, прошу прощения, пыли солнечного акиума. Пыль солнечного акиума я перерабатываю в призмы, потом их продаю. В общем, призмы солнечного акиума у нас стоят на аукционе 12,99, ну, как правило, они дают порядка 12,11,50 у них цена, то есть можно продавать. Вот сейчас у меня 325, получается 13 призм по 12 голды, это получается у нас, ну, порядка 160 голды я имею раз в 10 часов, потому что поливать деревья можно только раз в 10 часов. В общем, мой способ заработка именно такой, то есть 160 голды, если поливать 2 раза в день, 2 раза поливать, у меня получается, ну то есть 160-320 голды. В принципе, прибыль неплохая, она мне, так скажем, по душе. Единственное, а проблема, которая здесь возникает, это то, что у меня очень много конкурентов в плане полива. Здесь можно наблюдать целые заросли акиумными деревьями, которые также зарабатывают на этом деньги. И на поливе, естественно, есть конкуренция, потому что очень многие люди поливают, минералки всем не хватает, к тому же есть воровские гильдии, а зона считается ПВП. То есть приходится ПВПшиться и, в общем, не всегда выходишь победителем, особенно когда на тракторе. Трактор загружен. И шансов практически нету. Особенно если соперник нападает в спину. Просираешь очки работы, просираешь минералку, приходится покупать часы. Ну то есть вот такие вот вещи мне стоит преодолевать. Ну, в принципе, заработок неплохой, он того стоит. В общем, на этом, я думаю, можно поставить точку. Следующее видео будет PvP. Собственно, там поговорим про шмот и про мой аспект. Играю я за следопыта, следовательно, видео будет за следопыта. Ну, собственно, всем пока. Такая короткометражная. Подведем итоги. Как вы сами убедились по этому видео, тема с акиумом осталась актуальной. Напряженность добычи акиума зависит от вашего сервера и от людей, которые окружают вас в данной локации, где вы выращиваете акиум.
Также хочу подчеркнуть ваше внимание, что у Сережи есть свой канал, ссылку на который вы видите сейчас вот прямо здесь. Заходите, не стесняйтесь, смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки, там будет много PvP за лукарей, так как это именно тот человек, которому я скрафтил дельфийский лук. Человек играет непосредственно следопытом, так что я думаю, аренки с ним будут интересны. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, все. Ставим лайки, как всегда, подписываемся на канал, оставляем комментарии. И не забывайте, Сережа ждет вас. И напоследок, прошу, не судите автора видео строго, это его первое или второе видео, так что я думаю, все погрешности можно ему упустить. Еще раз напоминаю, переходите на его канал, под его видео оставляйте комментарии, делайте замечания, человек все примет к сведению и будет стараться делать для вас лучше. А я пошел делать видео по местам роста кардицепса, так как уже минимум 10 человек алхимиков просили показать, где именно мы собираем кардицепс для алхимии. Ну что, всем пока-пока, лайки, комментарии, подписывайтесь, пока!